Наш огород Батат Чудо представляет фасоль вигна кустовая. Семена приобретались в Китае. Несколько лет назад приобретали, когда они еще присылали довольно хорошие семена. Не то, что сейчас, то сорняк пришлют, то еще что-то непонятное. Ну вот фасоль нас обрадовала. Очень удобно. Растет невысокая. Урожай дает приличный. Вот мы собрали первый урожай. Так, ведерочко неплохое. Урожай будет давать до сентября, до первых заморозков, можно сказать. Единственное, что рыжие муравьи большие, видимо, опыляют ее. И живут они только на этой фасоли, потому что больше нигде в огороде их не замечено. Тли не носит? Ну, тли нету, не болеет. Лист красивый, куст хороший, урожай приличный. Без этих? Без волокон. Но пробовали готовить, да. Очень хорошая фасоль. Видимо, это как раз та фасоль, которая идет в заморозке. Продается в гипермаркетах. Ну, попробуем сегодня замариновать.